Всем доброе утро. Прибыли с Владиславом на пляжный коп. Время 4-4, нет еще. Походим 3 часика, наверное. Сезон купальный начался, у нас тепло. Люди отдыхают. Поэтому будем ходить, смотреть. Тут вот у нас стадион для пляжного футбола. Шиповник вон цветет. West Coast Bar. Все как надо, короче. Ну что, начинаем? Что интересное будет? Будем включаться. Ну вот, только спустились на пляж. Тепло вообще. 18-19 градусов уже сейчас машина показывает. У Влада рубль, ходячка. У меня вон трешка, пролетарии всех стран, объединяйтесь, соединяйтесь. Убитая в хлам. Шок! Откопал Ford Mustang на пляже. Ну или кто там это у нас? Шевроле? Непонятно. Такая бибика, короче. И 10 копеечек. Вон рассвет уже занимается. Очередной сигнал, 2 рубля. Влад все возле спусков шуршит. А я вот поднялся, здесь укрепления такие, чтоб дюны не ползли. Рубрика «Замки, фазенды и прочее на пляже». Это мы сегодня в городе Балтийске. Ну, пляж здесь погрязнее, конечно, чем в Янтарном, том же самом, Зеленоградске, Светлогорске. Народу здесь тоже дофига отдыхает. Погода вообще шик. Отличная тоже. На горизонте вон кораблики в очереди стоят. Опять звездочка. Везет мне на них. Ну, бывают вот такие находочки. HTC. Кто-то посеял. Потеряшка чья-то. Хороший сигнал. И часики. Часики отходили. Кварц. Ну, все равно зачет. Находочка. Ну вот, рыбачок какой-то потерял, комбалятник. Грузило и пару крючков с карабинчиком. На камбалу снасть. Ну сделайте вы, да? Конечно, сделайте вы по-нормальному. Влад юбилейку нашел, и так гнилая. Трандец. Совок вон что какой. Что достанется? Совок-то непростой.
кошачий. У нас опять рекламная пауза, пляжная рубрика. Пляжное творчество, так скажем. Кувшины лепил тут. Шок. Влад нашел 5000. Почини там, наверное, будет это нескончаемо. Застежечку кто-то посеял. Влад вот сегодня отстрелялся. Ходячка, столовые приборы, подвесочка. Голодный, наверное, поехал с утра. Поехал голодный. Дед Хабар ему говорит: покушать тебе надо, Владислав. Так, вот. HTC, ключи, часы, ходячка, янтарь. И прочее, прочее, прочее. Так вот закончили сегодня. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста. Комментируйте. О, у Влада-то с, блин, с брюликом подвеска-то. Ну все. 2 часа мы походили, получается. С небольшим. Выдвигаемся в сторону дома. Эти приборы помыть и кушать будешь. Ага. На коп с собой брать.